Петра Сахарова, номер 77. И Рената Масаимова, номер 15. Шайбу забросил Дмитрий Митяев, номер 33.
Thank you.
Последние минуты первого периода. Thank you.
команда Столяровки, которая в полном составе. Шайбу забросил Георгий Кравчук, номер 91. Thank you.
За неспортивное поведение, дисциплинарный, 10-минутным штрафом наказан Дмитрий Богалов, номер 44-й, команда «Столяров Клуб». Thank you.
Kto to analizuje? Patek Kotosiewicz.
Шайбу забросил Антон Сычев, номер 42. Последний на второго периода. Thank you.
показан Андрей Гусев, это 16-й команды «Витязя». Подножку мало справа на Казань. Алексей Гурьянов, номер 55-й, команда «Витязя».
Команда Минска играет в полном составе. Шайбу забросил Анатолий Горохов, номер 98. Thank you.
команда из тренировки выдавали в полном составе. Капитан команды Спиляровска, Спиляровский, прошу подвинуться в дискуссию. Капитан команды Спиляровский. Зубра соперника Крюшка. Малым штрафом наказан Сергей Жубин, номер 79, команда Ильинская.
Окончен с боевым ничейным счетом 3-3. Спасибо игрокам за игру, зрителям за поддержку. Ждем вас на играх в Лиге Молодежи.